А теперь о тех, кто больше других нуждается в нашей любви и поддержке. Тверским предпринимателям предложили принять участие в благотворительной акции, посвященной приближающемуся Международному дню защиты детей. Бизнесмены могут сделать подарок маленьким тверичанам, но при этом речь идет не об обычных кубиках или куклах. Кристина Роганова регулярно бывает в центре «Мой бизнес», где она преподает маркетинг. Но на сей раз она пришла сюда по другому поводу. Принесла подарок для детей от сети фитнес-центров, который уже много раз участвовал в благотворительных акциях. В современном обществе большие компании демонстрируют свою заботу об обществе, об окружающей нас среде и активно участвуют в социальных проектах. И мы с удовольствием приняли участие, потому что считаем достаточно важным поддерживать эту категорию и помогать благотворительным фондам в этот достаточно нелегкий период времени. Центр «Мой бизнес» также прекрасно понимает, что социальная ответственность предпринимателя – это не пустое слово. Поэтому и решил принять участие в этой благотворительной акции, которая проводится совместно с фондом «Добрый мир». Именно туда будут отправлены все подарки, которые предназначены для детей и подростков с ментальными нарушениями. Это необычные игрушки. Если вы посмотрите список, вы увидите, что это игрушки специально развивающие, которые развивают мелкую моторику, внимание и так далее. Все, что нужно детям на определенном этапе развития, потому что дети познают мир, играя. Полный список подарков, которые смогут помочь детям с особенностями развития, можно посмотреть на специальном сайте. Все такие пирамидки, бизиборды, карточки и прочее можно принести в центр «Мой бизнес» до 31 мая включительно.